Всем привет, с вами Андрей. Всем привет, это мама Андрея, и мы сегодня с Андреем сделаем обзор на сухарики. После школы зашли в магазин Рублевский и купили там две упаковки сухариков. Первая упаковка — это три корочки малосольными огурчиками с соусом тартар. Вторая упаковка — это сухарики-кириешки. Идут они с семгой и с сыром, и тоже предлагается соус тартар. Почему я решила купить эти сухарики? Потому что сегодня я посмотрела видео Владимира, который снимает обзор на еду. Он снимал сегодня обзор на три корочки, но с семгой и сыром. Я решила попробовать кириешки такие же, с таким же названием, семга с сыром, и тоже с соусом тартар, и понять разницу. Итак, начинаем! Начнем мы свой обзор вот с этой упаковки. Три корочки, соус плюс внутри, малосольные огурцы и плюс соус тартар. С стороны написано состав, где производился. И, короче говоря, всякая интересная вещица. Открывание упаковки. Сразу виден соус. Он упакован в такую вакуумную упаковку, то есть он не разольется. Ну что, тут прилагается уголок, который нужно открыть. И вот он, соус. Вот так он выглядит. Так. Макаем сухарик и кстати говоря, соусом намного вкуснее идет. Сейчас Андрюха попробует. И потом скажешь свои вкусовые качества, как тебе понравилось, соусом или без соуса. А теперь без соуса. И что тебе больше понравилось, с соусом или без соуса? А, ты еще не прожевал. Ну? Вкуснее соус. То есть лучше эти сухарики кушать соусом? Да? Я попробую еще раз, если не понравился соус. Соусом? Я думаю, то, что на вечеринке или в компании друзей, или просто смотреть любимое шоу, или, допустим, хрустеть от души, думаю, то, что сухарики просто выручают от скуки. Сухарик, как сухарик, в принципе, это хлеб, хлебобулочные изделия, которые засушили и вот продают. Очень вкусные, кстати, сухарики, но, конечно, лучше их кушать с соусом. Переходим к следующим сухарикам. Идут они уже с семгой и с сыром. Тут прилагает тоже соус тартар. Ну что, открываем. Ну, здесь аналогичная информация об этих сухариках. И открывание коробки можно сразу же заметить в вакуумную упаковку. Там находится соус. Вот так выглядит этот соус. Здесь тоже нужно потянуть на... потянуть за уголок, и вы его открываете. Вот. Ну что, попробуем. Так, берем сухарик, макаем в этом соусе. Так, теперь без соуса. Что могу я вам сказать? То, что мне с семгой и сыром больше понравились, чем с малосольными огурцами. Вот какой я вывод сделала. Соус, который предлагается к этим сухарикам, он немножко портит картину вкусовых качеств. Поэтому соус, я думаю, что лишний. Но это мой вариант ответа. Сейчас я дам Андрюхе. Андрюх, теперь давай ты макай сухарик в соусе. Теперь без соуса. М-м-м.
Ну, что тебе больше понравилось, с соусом или без соуса? То и то. А, видите, Андрюхе понравился сухарик с соусом и без соуса. А мне вот, честно, понравилось больше без соуса. Соус, по моему мнению, портит картину. Не знаю, это мое, конечно, мнение. Возможно, у другого человека будет другое мнение. Может, такая капризная в этом плане. Но я сделала свой вариант ответа. Итак, какие же больше мне понравились сухарики? Андрей, какие тебе больше понравились сухарики? Первые – это три корочки. И вторые сухарики – это кириешки. Мне понравились... Андрюхе понравились сухарики кириешки. Я соглашусь с ним, потому что мне больше понравились сухарики с кириешками без соуса, а сухарики три корочки мне понравились с соусом есть. Так что вот такой у нас вариант ответа. Итак, что еще по поводу соуса? Соус одинаковый и аналогичный, что в кириешках и что в трех корочках лежал соус тартар. Поэтому одинаковая картина вкусовых качеств. Сейчас я покажу вам их. Итак, это соус из кириешек. Это соус из трех корочек. По поводу производителя и изготовителя я особенно не вникал в эту подробность. Я просто хочу вам показать, что на этих упаковках разные почему-то написаны, но соус одинаков. Итак, на упаковке три корочки, вот информация об этом. Кириешки. На этом мы хотим с Андрюхой закончить свое видео. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам за комментарии. Да? Ставьте лайки. Можно репостнуть это видео в Facebook, в Instagram. Поделиться с друзьями. И, конечно же, порадовать их покупкой сухариков. Всем спасибо. Всем пока.